Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222-55-00. Обычно героев ищут они, но сегодня ищут их. Речь о журналистах. На чемпионат WorldSkills их было аккредитовано более 1000. И как увидели чемпионат, объективы иностранных камер, постараемся узнать и мы. Гаджеты, компьютеры, иностранная речь журналистов из более чем 50 стран на 6 дней объединил WorldSkills. Родным домом стал медиа-центр. Именно отсюда новости чемпионата летят во все уголки мира. Все задачи, которые мы наметили, воплотили в жизнь. Как колумбийский журналист ставлю медиа-центру отлично. Я был на нескольких чемпионатах WorldSkills, и это один из лучших по организации. Примите комплименты от Нидерландов. Мы приехали из Индии и не чувствуем себя как в чужой стране. Жаль, что русский знаем не так хорошо. Друзей стало бы еще больше. Цель – схватить лучший кадр. Это на площадке соревнований, а пока по расписанию обед. Сегодня на Казань-экспо татарская шурпа. Вкусно, но я бы добавил еще немного соли. А у кого-то на столе уже знаменитый шпешмак – треугольник. Треугольники, чак-чак. Я люблю путешествовать, и первое, что я делаю в чужой стране, пробую местные блюда. Тут все очень вкусно. Хоть и пишут, и транслируют на родном для них языке, пробуют выучить и пару русских слов. Доброе утро, спасибо. Привет. Спасибо. Освещают WorldSkills 700 журналистов, 300 из которых иностранные. Другими словами, российский чемпионат видят практически во всех уголках земного шара. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.